Всем привет! Снимаю крайнее видео о сортах тыквы, которые я выращивала в этом сезоне в Московской области. Все о выращивании, о сборе тыквы есть видео на канале. Посмотрите плейлист «Урожайный сезон 2018» или можно будет пройти по ссылкам, которые я оставлю под этим видео. Все отзывы о тыквах я делаю только на основании своего личного опыта выращивания. И сегодня речь пойдет о таких сортах, как царевна лягушка и сорт Марина из Киоджи. В одном из комментариев в прошлом году под видео мне написали, что царевна лягушка очень похожа на Марину из Киоджи. Я, конечно, купила этот сорт, чтобы наглядно посмотреть, в чем же все-таки различие. Описание у этих сортов у производителя практически одинаково. Единственное, что у царевны лягушки плоды достигают 60 кг, а у Марины от 10 до 12 в среднем. Само растение у сортов длинноплетистое, лист крупный, сорта среднепоздние, завязывали плоды хорошо, различий я особых не увидела. На одной плите оставляю 2 тыквы максимум, могу оставить 3, но смотрю на само растение. Если вижу, что вытягивает одна плеть 3 тыквы, оставляю. Если нет, то прищипываю. Лишние плоды убираю. Как видите, они очень похожи. Это сорт Марина из Киоджи, а это тыква царевна лягушка. Сразу буду говорить о обоих сортах, потому что различий во внешности я не увидела. Они крупные, плоскоокруглые, челмовидные, сильно морщинистые, кора темно-зеленая, между прочим, это биологическая спелость уже тыквы. По весу они тоже были примерно одинаковые, плюс-минус 600 грамм, килограмм. Вот Марина из Киоджи, данная тыква весит 4900, я взвесила, а эта царевна лягушка весит 5800. Примерно все плоды одинаковые. Высаживала я 3 куста Марины из Киоджи и, по-моему, 3-4 куста это царевна лягушка. Все сорта тыквы я выращиваю только через рассаду. Еще хотела показать вам такую интересность. Плоды нарастают не только вот таким красивые, морщинистые, но и более сглаженные. За годы выращивания всегда нарастает 1-2 тыквы вот таких. Более гладкие. Это не пересорт. У производителя даже такие тыквы, я уже думала, что у меня какая-то пересортится, но нет. Я рассмотрела внимательно пакет, и у производителя тоже сфотографированы тыквы, которые более гладкие. Морщинистость явно не выражена, так что такое бывает. Поэтому, кто будет выращивать эти сорта тыквы, возможно и такое. Ну а теперь самое интересное, разрежем, посмотрим. Начну я резать с царевной лягушки, так как я эту тыкву уже знаю. Кора твердая, с восковым налетом. Когда нарезаешь, это сразу видно. Вот такая красота. Мякоть у тыквы желто-оранжевая, очень красивая, толстая, плотная, семенная камера небольшая. Вот вроде бы небольшая тыква по размеру внешне, но она очень тяжелая, вот как раз за счет своей плотности мякоти и вот этой маленькой семенной камеры. На разрезе видно, что выделяется тыквенный сок. Теперь попробуем на вкус. Так, ну вкус по-прежнему остался тот же вкусный. Не имеет тыквенной вот этой терпкости. Мякоть у средней сочности.
сладкое, хрустящее. Конечно, знаете, какого-то орехового, фруктового вкуса у этой тыквы нет. Это не мускат. Но мякоть вкусная. И что самое вообще важное, что тыква вообще предназначена для длительного хранения. И такой момент, что при хранении она не теряет своего вкуса. Она не высыхает, она не становится вялой. Она по-прежнему упругая, плотная и хрустящая. Ну, вообще производитель пишет, что эта тыква хранится до 1 года. Я не держала столько времени, но до апреля точно она будет в таком же состоянии, в каком вы ее разрезали. Как я уже сказала, что семенная камера небольшая. Семечки у тыквы очень крупные, они хорошо заполнены, кожура белого цвета. Семечек здесь достаточно много. Использовала этот сорт в приготовлении каш. Она очень хорошо разваривается, это особенно для тех, кто не любит кусочки. Готовила свежевыжатый сок, получается очень вкусный, насыщенный, красивого цвета, густой. Вкусна она и в тушении, в приготовлении супов, пюре. Я ее вообще люблю и просто в свежем виде поесть. По 5-бальной вкусовой шкале я ставлю этой тыкве 4,7 балла. Вот скажите, как такую красоту не вырастить? Выращиваю ее уже 3-й год. Она мне очень нравится и в следующем году обязательно ее посажу. Тыкву я внутри вычистила. И у меня получилась почти пол-литровая баночка промытых чистых семян. Это 204 грамма. Теперь разрежу сорт Марина из Киоджи, чтобы сравнить, в чем же различие с сортом лягушка царевна. Режется также. Присутствует восковой налет. Мякоть точно такая же по цвету, как и у сорта царевная лягушка, желто-оранжевая, плотная, семенная камера такая же небольшая, выделяется тыквенный сок, точно так же, как и у сорта царевная лягушка. Теперь самое главное, попробуем на вкус. Внешне мякоть не отличается вообще ничем. Ну, хочу сказать, что и на вкус, в принципе, она ничем не отличается. Ну, если уж совсем придраться, но мне кажется, что царевная лягушка послаще будет. По крайней мере, та тыква, которую я разрезала, она слаще, чем эта. А также, точно так же она хрустящая. Сочность у нее средняя, плотная мякоть. Семена такие же, крупные, белые, хорошо наполненные. С этой тыквой я также выбрала все семена, промыла, и у меня получилось 130 грамм. Но здесь не принципиально, и семена это не столь важно. Знаете, пока выбирала семена, еще раз ее несколько кусочков попробовала, распробовала. И что хочу сказать, вот вроде бы внешне, принципиально, никаких различий нет. По вкусовым все-таки есть. Может быть, конечно, я придираюсь, но лягушка-царевна мне понравилась больше. Мне показалось, что у лягушки мякоть посочнее и послаще. И поэтому я предпочтение отдаю сорту царевная лягушка, и я буду по-прежнему выращивать из своих семян.
Еще хочу затронуть такой момент, что в прошлом году, когда я рассказывала о сорте «Царевна лягушка», мне в комментариях люди писали, что как ее вообще возможно почистить. Ой, она такая морщинистая, там от нее отходов больше, чем мякоти. Ну и такого плана комментарии были. Знаете, меня вообще это не пугает. Я ее уже приноровилась чистить, я ее чищу и простым ножом, и даже вот такой чистилкой я ее чищу. Отходы, да, они будут чуть больше, чем от обычной гладкой тыквы. Но отходов получать не столь много, как вам может показаться. Когда я первый раз угостила маму свою вот такой тыквой, она ее никогда не видела и никогда не выращивала. Она мне потом позвонила и сказала: «Зоя, я еле ее почистила». А я ее чищу очень быстро, и для меня это труда не составляет, еще раз повторюсь. Поэтому здесь каждый сам решает, хочет он выращивать такую тыкву или нет. Мне нравится, я эту тыкву обожаю и буду ее продолжать высаживать и выращивать. Вот, допустим, вот такая небольшая тыква у меня находится на кухне, на столе. Она великолепна в интерьере. Такая же тыква даже находится у меня просто в комнате, где мы отдыхаем. Очень красиво смотрится. На этом у меня все. Отзывы о всех сортах тыквы смотрите по ссылкам, я их оставлю под этим видео. Пишите комментарии, делитесь своими наблюдениями, своим опытом выращивания. Подписывайтесь на мой канал. Впереди интересные обзоры на семена овощей, цветов на следующий сезон. А я желаю вам всего самого хорошего. Пока!